очень удобно в период эпидемии, когда все это рядом, доктор, ему не нужно к нему далеко идти. Тем не менее, еще что важно, здесь идет первичное звено, первичное обращение. Здесь не пересекаются маршруты, особенно в период эпидемии, с пациентами другого профиля. Я думаю, что для населения это будет очень хорошо. По крайней мере, порядка 7 тысяч пациентов могут воспользоваться этим офисом. Это 4 участка на сегодня. Что касается оборудования, то оно соответствует полностью всем лицензионным требованиям. То, что необходимо, все закуплено и поставлено в медицинский кабинет.